Тянзинчик, всем привет! Здравствуйте. Мы сегодня снова у Александра, мотодоктора. И смотрите, он поставил на фаршированный мотор, на ИЖ Юпитер 5. Еще тут творческий беспорядок, все. А что ты бензин запускаешь? А, хочешь запустить, я имею в виду? Ну, бак твой надо залить. Да? Чтоб было. И вон, ребята, кстати, обратите внимание, на улице плюс 16. Погода весенняя. Я вон приехал на мотоцикле, на Кавасаки. Аккумулятор сдох, месяца 4 не заводил. Несколько раз провернул кнопку, и он бы-бы-бы и сдох. Ну все, думаю, придется разбирать. А тут и бак надо снимать, ну тут сложно подлазить вообще. И с ножки я взял, и с 3-4 раза качка я запустил, короче, мотоцикл, и все, и нормально доехал. Так что кикстартер — это вещь, ребята. Значит, ты решил тут уже, ты не то что решил, ты уже и поставил его, да? Ну да. Считай, сколько мы тут не виделись, не так уж и много вроде. Да, ты был. Ну да, дед, так. Тоже не помню. Ну да, я в этом году уже был у тебя. Ну вот, настойки праздничные до сих пор. Весенние. Весенние, да. Как бензином пахнет вкусно. Вкусно, да? Очень. Карбюраторы это у тебя, которые, Сань, сейчас стоят? Каркалы. Это от Кавасаги, короче, вот эти. Кейхин. Те уже не стал больше, эти Микуни новые, да? Итак, ребята, долгожданный запуск мотора ИЖ Юпитер 5 на фаршированный. Опа, нифига себе. Нифига себе, заработал сразу. Ничего себе. Заводился. А, запускал ты его. Ну, не важно. Нет, этот мотор тоже работал. Ну да, это когда было. Было 2 года назад. Ништяк все, да? Ну да.
Будешь искать. Синхрофазотронное зажигание. Выставление. Так, теперь второй цилиндр, да? Все по отдельности настраивать. Как всегда. Так, зажигание выставил. Санька. Опа! Толпинка!
работает. Хотя есть капуста. Есть, да, я смогу. Да, сейчас работает. Первый выезд на моторе нафаршированный. Сейчас поедем чуть подальше там, посмотрим, как он будет себя чувствовать. Ямаховские поршня немножко звуки издают. Все, все нормально, обороты набирает. Стучит. Кардан? Только сейчас я свой попробую запустить. Ну давай, испытательный пробег, забег. Дымил сильно сейчас до этого, а сейчас вообще, как будто это, масла нету там. Ушел в точку. Ну все, мой зарядил аккумулятор. Работает как часики. Да будем ждать Сашку. Вон, прет. Погнали. Короче, четко идет. Не угонишься за сани. Это, а с правого вот глушака очень много масла идет. Дым такой аж столбом. С левого не так. Потому что саня с левого слил, а в правом остался мой. Этот остаток. И дымит, как труба паровоза. Ну что, ты доволен вообще? Нормально? А чё он стучит? Да, это не стук, это рабочий ритм. Стук, да? Рабочий ритм. Нормально. Стучит это когда палец, а так он... Да, ну и нехай. Ишь должен. Ишь не тарабанит. В сравнении с оригинальным. Ну да, твой. А он у тебя прикатанный, все так вообще не тоже нет. Кстати, тебе же писали, выхлопной у тебя новый или нет, да? Помнишь? Помнишь же писали, да? Писали. Вот вам новые. От кислоты аккумуляторной уже. Еще это было? Прежнего хозяина. Справа, да. У меня хороший. Да. Часто у тебя эту гель. Но ништяк мы сегодня, да? Считай, конец февраля, и тут плохо так прокатились. Мне еще 16 километров. Потом на работу ночью. Ништяк. Ладно, будем закругляться. Всем спасибо, всем пока. Пишите комментарии.